Ведущий специалист Новошахтинской городской думы, председатель молодежного парламента 9-го созыва Елена Задорожная приняла участие в муниципальном форуме «Малая Родина. Сила России». Форум состоялся в Москве и собрал около 8 тысяч участников. Одним из ярких и зрелищных моментов форума стал концерт и объявление победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение». Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я очень рад приветствовать участников первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». На соискание премии в номинации были представлены проекты, направленные на популяризацию Института наставничества и муниципальной службы. Помним, гордимся, верность отчизне храним. Ведущий специалист Новошахтинской городской думы Ростовской области Задорожная Елена Анатольевна. Всероссийская муниципальная премия служения была учреждена нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. На конкурс было подано около 19 тысяч заявок. Проект молодежного парламента был представлен в номинации «Опыт наставника. Успех молодых». Это патриотический проект, наставниками которого являются в первую очередь председатель городской думы, глава города Новошахтинска Юрий Владимирович Шушанев, начальник аппарата городской думы Нина Федоровна Шевченко, депутаты и аппарат Новошахтинской городской думы. Благодаря наставничеству старших коллег молодые люди понимают, насколько важна история, насколько важно патриотическое воспитание, духовное воспитание. На протяжении 3 лет у нас как цикл был разных мероприятий. В первую очередь это мы создавали фильм по памятникам Великой Отечественной войны. Ребята рассказывали о истории каждого памятника. В 2023 году был снят фильм про воинов, участников СВО, которые были награждены посмертно.